Здравствуйте, меня зовут Майя. Я представляю вам свой первый обзор по каталогу номер 9. Первый заказ. В нем практически нету декоративной косметики, только аксессуары. И прежде всего, это программа Wellness Plus. Здесь ребенок уже у нас разрисовал, да, он сказал, что он тоже заказом будет. Вот. Как-то вот такой вот заказ в первой коробочке приходит. Подписка Wellness Plus Life. Wellness Pack витамины, клубничный коктейль, шейкер с мерной ложкой. И не положили, должен быть еще дневник здоровья, куда все показатели складываются. Сейчас очень выгодно покупать такими наборами. Раньше было 3 каталога, покупаешь 4-й бесплатный. Сейчас продлили подписку. Если ты покупаешь дальше 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и дальше, еще 30% скидка к цене набора. Так, цена в районе 5000, цена консультанта 3800. Ну, считайте, еще минус 30% скидка. Достаточно выгодно для своего здоровья такие наборы покупать. Еще для набора я купила волосы, 2 раза пропила 2 упаковки для восстановления, да, волос своих, потому что очень вылезали. Коробочка рассчитана на 20 дней, 2 раза в день принимаете. Честно говоря, волосы стали меньше вылезать и практически не вылезают сейчас. Ну, вообще рекомендую на 4, сейчас пропью, посмотрю. В следующем каталоге, если в этом каталоге делать заказ на 500 рублей, вот такая коробка со скидкой 50% будет. Идет акция. Обогащена железом, селеном и восстанавливает как раз недостаток тех микроэлементов, которые дают рост волосам. Что ты еще мне хочешь показать, Зайка? Вот для себя. Заказ. Да, и ты заказ у меня, хорошо. По акции взяла Wellness Life микроэлементы, 60 таблеток. При болезни дополнительно как раз приобретаю. И у меня мама пьет такие только витамины, потому что Wellness Pack она не может. Акция «Покупаешь 2» со скидкой 40%. Это вот все для здоровья. Для красоты взяла новинку Eco Beauty, розовая глина. Попробую, поделюсь впечатлениями. И очень люблю вот этот скраб новейджевский. У него очень хорошая фактура, мелкая, хорошо очищает для волос. Ой, волос, лицо. В основном брали технику, потому что техника была со скидкой. Федь, пожалуйста, на себя не рисуй. Не надо там рисовать. Федь, пожалуйста, не надо там рисовать. Зая, взяли в подарок портативный пылесос. Федя, я попросила тебя, не надо разукрашивать там ничего. Для автомобиля или для домашних условий, там, где вам неудобно лазить. Я сейчас выброшу эту печать, если ты меня не слышишь, что я тебя прошу. Взяла отпариватель для одежды, потому что очень много одежды. По акции за принятие участия вот такой вот набор кистей к 50-летию Орифлейма. И вот такой бьюти-кейс. Очень вместительный. Ребенок уже присмотрел, сколько туда игрушек может влезть, да, Федь? Угу. Не поверите, вот эти все аксессуары на кейс и по баллам за то, что ты привлекаешь людей. И мне обошлось все это в 2 рубля. По рублю за каждый аксессуар. Вот. Что еще? Взяли аксессуары, очки. Прошлый каталог в таком стильном чехоле. Прошлый каталог брала мужа, он очень доволен. Антибликовые очки. Защита от солнца 400 единиц. Вот. Такие симпатичные, легенькие. В таком очаровательном кейсе с тряпочкой по уходу. Это следующий каталог. Будем еще листать. Акция, в которой мы обязательно примем участие. Не знаю, что у нас получится заработать. И взяли по акции детскую футболочку, вот такую вот яркую, солнцезащитная, но по фактуре в ней даже можно купаться спокойно. Вот. Взяла себе футболку, вот, легенькую тоже. Здесь у меня картинка какая-то с девушкой. И в таком же стиле, как футболка, детский рюкзак. Легенький, тоненький, как раз для наших игрушек. И по акции, была акция у нас покупать Аруба
Взяла вот такую сумку, долго колебалась, взять или не брать. Подкупила, что туда много влезает всего. И то, что у нее донышко на молнии. Можно расстегнуть и вытряхнуть содержимое, не переворачивая песка, из песок, да? Кармашки. И вот такой еще кармашек для мелочей или для купальников. Вот такой у нас заказ. В основном аксессуары. Да, минимум. И большой набор для себя любимой. Все, удачного дня!